Раньше, чтобы узнать, как организм реагирует на тренировочный режим, спортсменке нужно было побывать у десятка врачей. Благодаря новейшим инженерным разработкам сегодня гимнастки проходят диспансеризацию перед каждой тренировкой. Всего за 5 минут. Эта программа называется Омега-С. Она предназначена для того, чтобы измерять функциональное состояние девочек, показатели их спортивной формы, показатели адаптационных возможностей. На гимнастку одевают два электрода. В течение 3 минут аппарат пишет расширенную электрокардиограмму. По ее результатам компьютерная программа делает выводы о состоянии здоровья спортсменки. Иногда приходит спортсмен и говорит, что девочка, я очень устала, мне тяжело. Мы сажаем ее на аппарат, а у нее там все зашкаливает. За хорошую цифру, за 90 и так далее. Нет, это значит чисто психоэмоционально она устала. Длительность номера всего 90 секунд. Средний пульс во время выступления около 170 ударов в минуту. То есть на тренировке сердце многократно то ускоряет, то замедляет ритм. И это для него серьезная нагрузка. Поэтому прежде чем выпустить гимнастку на ковер, тренер выясняет, справится ли ее сердце с нагрузкой. Эта программа называется кардиовизор. Мы смотрим изменения сердечной мышцы, миокарда. Регистрация проводится на протяжении 30 секунд, и нам показывается рисунок, на котором видно, есть какие-нибудь отклонения или сердечная мышца находится в норме.